Жители 8-го микрорайона Одинцова уже не первый год наблюдают окурей на своем пруду. Их появление здесь удивительно, ведь эти утки распространены на территории от Амурской области до Краснодарского края и Восточного Приазовья. Как они появились в наших краях, было большим вопросом. Объяснение нашлось. Когда-то в московском зоопарке некоторым птицам не подрезали крылья, и окури, вылетев за пределы своих вольеров, начали гнездоваться сначала на крышах московских домов. Теперь прилетели и к нам. Галина вспоминает. Однажды ее соседке пришлось спасать птенцов. Она говорит, что якобы эти утята у нее упали на балкон, там как-то, не знаю. И вот она их якобы собрала и отнесла сюда. Ранее мы рассказывали, что художник Ренат Шафиков работает над книгой «Птицы города Одинцова». Он сотрудничает и с московским зоопарком, и с орнитологами. Говорит, что сам заметил окурей около 6 лет назад. И учитывая столь длительное их проживание в наших прудах, безусловно, они тоже оказываются. Кажется, на страницах издания. Мы стоим на пороге великого открытия, потому что только-то у нас в России, в Москве, окурь именно стал городской птицей, то есть она стала урбанизированной. Красные утки очень осторожны и малообщительны, больших стай не образуют, и простых кряк они выгоняют с территории гнездования. Сейчас как раз тот период, когда окурь начинает гнездиться. Вы уже выбрали, пару уже есть, выбирает место гнездования. Гнездование здесь будет происходить, вот на этом озере гнездование красной утки будет проходить чердаки домов, крыши домов, чердаки домов. Может быть, здесь под деревьями будут гнездование делать. Или в норах андатр, лис и других млекопитающих, которые норы делают, они будут делать гнездование здесь на пруду. В этот период любители и знатоки пернатых просят относиться к птицам особенно бережно. Кстати, буддисты считают окуря священной птицей, ведь она приносит покой и умиротворение. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».